Дверь сломали! Сломали дверь! Ты дебил! Тактика эти... Дебилоид! Ты дверь открыл, что ли? Хей, девочки, ребятишки, с вами снова Айди Сан Жека Игорь, и добро пожаловать в Майнкрафт, где мы будем продолжать играть в карту, которая выясняет, кто же лучший майнкрафтер во всем мире. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо, что вы ставите так много лайков, только благодаря вам выходит эта серия. Йоу, да, ребята, всем привет, надеюсь, что вы поставите в этот раз тоже кучу-кучу лайков, и тогда выйдет еще одна серия. Все в ваших руках, приятного просмотра. Хорошо, мы, короче, пошли выяснять, кто же опять лучший майнкрафтер, надеюсь, что Игорь... Ну, как обычно, как обычно, Игорь, да. Игорь читерить не будет, как обычно, да, а как я обычно. Раз выиграл, я не это помню. Да, да, дабл койн, да. Подожди, а он выиграл в прошлый раз, да, Игорь? Не-не-не, да. у нас все... Нет! Да, да, у нас у всех ровно одни койны были, по 12 да, штук. У нас ничья была, ничья, так, да, Игорь, не надо, потом, да. Чтобы ну давай, да, хорошо, пойдемте выяснять. Ой, да, ребят, если хотите еще одну серию, ставьте лайкусик, мы пошли, короче. Пацаны, вы готовы? Запускай шарманку. Лоудинг мэп, у меня есть яйцо, go to shop. Не надо идти, go to shop. Ты сходи в магазин. Короче, пацаны, идем на бич, идем на бич, да. Мне кажется, сейчас Игорь опять будет какая-нибудь бомба, и ему прям хлебало пролетит. Ты о чё, слышь ты? Нет! Собака, нет! Предатель! Вы смотрите... Эдисон, а почему ты не нажимаешь на респавн? Нажимай на респавн, тут такие как бы правила, понимаешь? В смысле, а что? Какие правила? Я ничего не понял, что сейчас было? Какие правила? Ты просто понимаешь, типа, если ты не нажимаешь на респавн, у тебя карта не засчитывает, что ты проиграл. Я еще это с предыдущей серии. А у кого сейчас еще коины добавили? У меня два коинса, у меня два. Два? В смысле, да. Два? Ну, откуда два? У меня типа вначале залагало, потому что не нажал респавн, единственный шаду пристак вин, а потом я еще отдельно шаду пристак вин. Ну а, вот как вы читерите, вот как вы читерите, я все понял. В смысле вы? Так что, мы-то как раз таки так не делали. Мы так не делали. У тебя два коина, понимаешь? Да, у меня два коина. Ну, потому что мы загорели с тобой, Игорь, понимаешь? Вот так вот. Я ничего не делал. Зараза, я тебя сталкивал, а еще и проиграл. Предатель, понимаешь, ты предатель. Ребята, почему у меня голода нету? Вы какую-то сложность поставили не ту? Да нет, все нормально. У меня почему-то очень мало голода. Опять! Да чё за дичь? Чё за дичь? Бич, зайди! Сталкивай! Давай! Сколько у тебя коинов, Жека? У меня два. Да, хорошо. У меня два. Значит, мы позже сгорели, чем Жека. Хорошо. Так, у меня два коина, мне замечательно, опять два. У всех два, пацаны, мы пока на уровне. В общем, пацаны, из-за вас мне карту нужно было переустанавливать, потому что вы поломали все. Четырюхи проклятые. Сколько? Нас по нулю. По нулю. А ну давай меня приписывай обратно 4. Ничего не буду приписывать, пошли дальше. А это, я понял, Эдисон специально сломал карту, чтобы опять сравнять счет. Ребят, мы все знаем. Я прям молодец, да, который прям... Да. Мы раскрыли тайну. Я сломал карту, да, я не запускал челленджи, вот что прикол, понимаете? Да. Шарма! Дешевая шарма, Игорь, шарму, бери шарму. Шарма! Зомби! Нет! Это самая хрень, не хочу! Обожаю этот челлендж, обожаю, мне нравится этот челлендж. Идет, да. Спасите, помогите. Пошел вон! Жека, ты предатель, я с тобой дружить никогда не буду! Убейте его! Почему я только за Игорем охотился? Вот, молодцы, только за Игорем, давайте, только за Игорем. Да, за мной да, не надо. Два типов в касках. За Жекой бегут. Жека, лови их.
Лови их, Жека. Ловлю. Можно это яйцо кинуть в Эдисон? Не надо, не надо, пожалуйста, не надо. Кстати, да, давай. Давай, не, в принципе, можно, да, мне кажется. Давай, Игорь, кидай, там... Не, сейчас я нас путаешь, уйду. Да нет, никуда ты не уйдешь. Куда ты уйдешь, куда ты можешь уйти? Все будет хорошо. Давай, бросай яйцо, бросай, я вот тут так... Зараза! У всех один коин, вы приняли. Один коин! Больше не ломайте карту, пожалуйста, больше не ломайте. В смысле, интересно. Ну не интересно, надо, чтобы Эдисон проиграл, а я выиграл. О, такая карта была вообще? Да, была. Что-то таки было, что-то таки было. Это мой дом. Это твой дом? Что-то я таки не помню, что-то я таки вообще не даже не... Собака, ты тупая. Вы дебилы, ты тупые. Говно. Игорь, дебил! Читерает, читерает, пацаны! Убегаем, убегаем, Мир, убегаем! Подожди, а что это такое? Чи падает с неба, дождь из ТНТ. Ну, так нормально, надо, короче, найти бункер. А есть кровать? Не, мне кажется, бункера нету. Ёкарный бабай. Так, у меня цветок... Фу. А где Игорь был? А я в доме простоял. Прикольно ему, он Игорь даже не бегает. Ну ты читер, он читер, я говорю, я с читерами играю, просто сплошные читеры. Опять этот дом. С неба падает, у меня есть крыша над головой, все просто. Ну, в принципе, логично, да, соглашусь. Очень даже логично. Так, что там у нас? На что там у нас? А где? А что? Да пошел ты в жопу, дебил! Бомба! Бомба, пацаны! Бомба! Пацаны, труп бомба, вы что, ничего не видите? Бомба! Мне кажется, я труп, да? Нет, я выжил. Да ты зараза! Читеры, читеры проклятые! Она прям возле нас взорвалась. Да, и мы пацаны, мы что, типа все тащим, да? Все тащим, как да, я понимаю. Уже... все лучшие, понимаешь? Мы тащеры, лучшие. Прям тащеры, понимаете? Мы настолько хорошо уже играем в эту мини-игру, что нам ничего... Иди отсюда! Ты пошел отсюда, пошел вон из моего дома, пошел. Тук-тук! 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 Когда ты? Я вас призвал! О, нормально. Пошел в сраку пошел! Я что делать? Я сейчас дверь ломаю! Яр, дверь ломают! Дверь сломали! Сломали дверь! Конченый дебил! Тактика Эдисона, это дебилоид! Ты дверь открыл, что ли? Просто забежал, там открыл дом и сия отсюда надо, да? Я забежал, открыл дверь и убежал. Сраный Игорь, а? Так, у вас по 4 коинца, где сказать, да? С тобой друзья, я не знаю. Хорошо, опять дом, так. Да, у нас по 4, у нас Игорь по 4. Я помню. Заколебали меня бить. Пошел в жопу, Игорь, иди в жопу! Вали отсюда! Вали, пошел вон! О, тихонечко, пацаны. Тандершторм, Тандершторм! Это что такое? Это что такие? Это молния, понимаете? Молния. А! А мне почему она через дом ударила? Так не честно. Меня тоже через дом стукнуло! Ну что за хрень? Ну нечестно так! Вообще... Так, у меня дом горит, пацаны, дом горит. Я горю! Я горю! Все нормально! Ааа, я тоже! Собаки! Я нормально, пацаны! Собакен! Ты собакен! Как меня через дом бьют! Все горит! Ааа! Я умер! Как? Почему она молния два раза в одно место не бьет? Почему она ударила три раза в одно место? Тут бьет! Сколько у тебя баллов, Жека? Коинов сколько? Немного. Тут? Нет, 33. А, 33 коина, хорошо. Он хорошо, 3 коина у него. У нас по 5. Да, у нас по 5. Молодцы вообще. Да я понял, просто карта на меня обозлилась, что я такой профессионал, она решила для меня посложнее. Кстати, да, кстати, возможно, да. Все может быть, все может быть. Все из-за карты. Карта вообще виновата. Шаурма есть? Карта. Да твою мать! Давайте, теперь выгоря нужно, давайте. Игорь!
Да собака! Грэббар, давай, давай, давай! Оп-оп-оп, так я здесь нагубежит. Оп, а так поигрываю. Зараза тоже, это шо? Она по мне тоже попала, зараза! Давай, поигрываю, поигрываю. По Жеке бейте, он там стоит на одном месте. А-а-а! В смысле два раза? Да, да, вот так вот по тебе, вот так вот надо тебе. Почему не по мне, не по мне, по мне не надо. По мне тоже не надо, я мирный. Френдли. Жопа горит, пацаны! Меня тоже горит, горело. А-а-а! Пацаны, если в меня еще раз один раз молния попадет, я сдохну. Хотя нет, еще не сдох. Не сдыхаю. Голод кончается. Голод качается. Не надо, ну, чтобы голод. Начинается, точнее. Не качайся, не качайся. Так, по мне не надо, пожалуйста. Не надо по мне бить. Я хорошенький, не надо по мне бить. А-а-а! Почему по мне стреляют? Стреляют! Не надо по мне бить, не надо. А-а-а! Ну в смысле? Я почему она по мне стреляет? Стреляй! Не надо по мне бить, пацаны, не надо, не надо. О! У меня пол сердечка было, Жека, ты меня бил, зараза, сзади! Я нет, это был не я. Да нет. Если бы ты еще один раз ударил, я бы сдох. Поэтому, Жека. Почему я тебя не ударил? Ну, слово, хапот, понимаете? Хорошо. Хорошо, пацаны. Давай, начинай, начинай, начинай. Подожди, запишите баллы, Эдисон. Сколько у нас баллов? У меня 6, у Игоря 6, у Жека 4. А эти собаки опять поломали карту. Я не знаю, что делать. Пацаны, успокойтесь. Уже 4, так, хорошо, да. 4 балла, хорошо. Игорь, запомни. Всё, горит у меня. Так, хорошо. Ну тогда я выиграл. Так, все. А дальше. Да, у меня 6, Игоря 6, уже Жеки 4. Так, да это запомнить. Нечестно! Надо запомнить, все. Хорошо. Это просто, я считаю, несправедливо. Это просто несправедливо. Опять бомба, мать вашу! Давайте по Игорю, как вот предыдущий серии. По Игорю, да, давайте по Игорю. Игорь, где бомба? Вот, вот она, вот она! Пожалуйста, я не хочу умереть. Фу, Игорь, мы выжили, все выжили, понимаете? Все выжили! Так, давайте дальше. Так, у нас по 7, Эдисон. 7-7. У нас 7-5, да. Это же вы все, вы просто обманщики. У Жеки 5 коинов, нужно запомнить. Да, конечно, нужно запомнить, мы просто обманщики. В смысле обманщики, ничего мы не... Нет, я ненавижу эту карту! Это хорошая карта. Тут нужно нажимную плиту нажать, чтобы сохраниться, пацаны, не забывайте. Да, я не запомнил. Спаунпоинт, все хорошо. Спаунпоинт активирован. Отлично, да, очень хорошо. Что ты хочешь мне сделать? Да. Зомби! Зомби! Я побежал. Нужно убегать. Так, зомби нас не догонят, все хорошо, зомби меня не найдут. Где они заспавнятся? Я надеюсь, что они меня не найдут. Все хорошо, все очень даже хорошо. А где Игорь? Я испугался теперь! Я чуть-чуть мышку нахрен не выбросил за слова, ты дебил! Два дебила или что, не могу понять. Я иду по тоннелю такой, думаю, ё-моё, туда-сюда, и тут Игорь выскакивает. Я вообще странный, на самом деле. Я реально обосрался. Сюда. Два дебила! Давай, дурак! Жека, ты прям молодец! Так, я просто... 8-7-5, нужно запомнить, 8-7-5, да. Хорошо. 5, я не понял. У меня 8. У тебя 5? Да. В смысле, я как бы сейчас выиграл? Ну да, у тебя 5. А, ладно, 8-7-6. Нет. Почему? В смысле? У меня было... У тебя было 4, сейчас стало 5. У меня было 5. Не было у тебя 5. Даже Игорь писал в чате! В чате 4 написано, сам проверь! Игорь вообще неправильно пишет! То есть, смотрите, вначале они мне убавили минус 3 очка. Теперь они мне еще минус 1 очко. В смысле? Какой минус? Это что за сговор против... Да пошел ты в жопу отсюда! Не вон! Это моя точка! Пацаны, вы как там? Живете? Живете? Да? Игорю там немножко жопа сейчас будет. А, немножко жопа? Нет. Пацаны, ставьте лайк. Да, Игорь, ты молодец, прям Игорь. Так, 9-7. Сколько? 9-8-5. Молодец, Игорь, молодец. Тащим. Вы издеваетесь, 985. А ты знаешь, что вот не надо на меня нападать, ты когда роешь яму в другом, за мне падаешь. Помни об этом. Во-во, сколько ты меня расталкивал, Жека? Да хрена раз. Это плата, это месть, плата. Ты шаурмичный. Шарма! Смотрите, вот Жека просто драчок. Тинтирейн!
Драчу. Так, бегите, пацаны, бегите, бегите. Спасайтесь, глупцы. Ай! Вроде у меня тинти нет. Тинти надо мной нет. Бамс, минус Игорь. Минус Игорь. У меня тут тинти нету, все нормально, на меня тинти падает. Можешь отвалить от меня, можно мне не падать. Еще одна тинти, все. Он заколебал меня уже. Бей Игоря. Так, мы молодцы, молодцы. Никто не... Так, сколько, Игорь? 10-9-5, да? 10-9-5. 10-9-5, Даша. Нет, 5. Вообще уже К7, по идее. Да. Вообще, по идее, у меня тоже где-то 9. Ладно. Ну вообще тоже, по идее, я уже выиграл. Да? Я тоже уже 2 раза выиграл, так что нормально, пацаны. Все нормально. Да. Подождите, до скольки мы играем? Ну ща, еще пару разончиков, да. Все очень плохо, все очень плохо. Игорь сталкивай, давай. Пацаны, не надо, я вас прошу. А, зашибись. Я умираю. В смысле, из-за чего? Ой! А как ты умер? Я на двумя домик сгорел. Короче, я предлагаю последний раз. Домик сгорел. Идет медведь по лесу, видит дом горит, зашел, сгорел. Последний раунд. Последний раунд, понимаете? Он, конечно, он не решающий, но он последний. Иди сюда. Это все, я дисопедия, друзья! Так! Дашенька, мы с тобой затащили, Игорь! Игорь проиграл, Игоря 3 очка, 3 коина! Игорь, как так? Да. У него, давай вот так вот, честным. Честным, да, Игорь проиграл честным. Ребят, у меня, кстати, такое предложение есть небольшое. Если мы наберем много лайков на вот этой серии, то в следующей серии я, возможно, еще кого-то приглашу, и мы будем четвером играть. Вот, поэтому... Кого ты пригласишь, у нас нет друзей. Скажу. Ставьте лайкусики, много лайков и много серий, так что... И мы найдем друзей, и если подписка... Да твою-то мать! Если подписка, пиписка будет вообще зашибись! Подписка! Ты тоже сдохнешь. Я живу. И плюс к этому всему я еще сегодня записывался в ролике у Жеки, где играл клоуна из Оно, поэтому советую вам посмотреть. Да.